and gentlemen, we are in Las Vegas for UFC 296, Edwards versus Covington. Introducing first, fighting out of the blue corner, an undefeated mixed martial artist holding his tall, weighing in at 259.5 pounds, fighting out of the cage. And now introducing his opponent, fighting out 6'4" tall, weighing in at 264.5 pounds, Fudge Budai. And when the action begins, our referee in charge. Начинается, и в целом вместе с ним весь номерной турнир, который обещает быть очень. Поехали, первый раунд. Иру поломал большое количество людей. И вот сейчас... Как раз этим же ударом практически... Несколько ударов в одной комбинации. Очень хорошая ручная скорость у Шамиля для этой категории. Да, немножко сейчас вскользь пропускает, но уверенность очень большая. Хорошо на джебе останавливает Будэ. С тем, чтобы сдержать вот эту агрессию. И через живот на голову, и снова продолжение атаки очень успешное. И вот продолжает теснить его Газиев. Хорошо там через руку. Здесь... Нос красный поэтому, да? Да, исключительно. Здесь Будай понял, что поклинчевать. Но Газиев здесь, мы всем напомним, знает, что такое... Серии заставляет соперника пятиться. И там, кстати, есть первая кровь. Понятно, что это кровь. И вот как раз за счет нее он заставляет соперника находиться под этим гнетом, под постоянной бомбардировкой. Кровотечение из носа открылось у Мартина. И дальше будет отрабатывать. Можно по животу, мне кажется, ударить. Отличная, какая скорость невероятная у Газиева. Ром, мы же знаем прекрасно, что для тяжеловесов, в общем, кубики на таканом снизу атакует Шамиль Газиев. Там драматично заливает сам себя. Может решить исход, да, но пока как раз к этому ближе-то именно Шамиль. Начинает просто разбивать соперника за 2.15 до завершения раунда. Шамиль. Шторм, который набрасывает ему с точки зрения ударов Газиев, и потом... Он, наверное, играет, он, наверное, удержать счет будет сложно довольно. Да, Газиев у нас вообще за Бахрейн, поэтому... А? Здесь вот смотрим мы, как чудовищно разбивал Газиев, и сейчас бы конец... Здесь хорошо, в обод защиты, великолепный тайминг в исполнении Шамиля. Шел бороться, но это, в принципе, правильная стратегия для Мартина, наверное, была бы... Потому что, ну что... Сказал, что съесть, потому что энтузиазма и силы очень много сейчас у Газиева. Бороться точно умеют. И уж то-что, а контролировать соперника в положении сверху, а не то, что был девиз, ну и был, есть и остается девизом школы Абдулманапа Нурмагомедова. Вот вперед, вперед давишь соперника, пока тот либо не сдастся, либо не остановит бой. То есть ты не прекращаешь свои действия. Довичным образом он сейчас как пират одним наблюдает за тем, что происходит. Именно наблюдает, потому что сопротивляться, наверное, было бы не очень удобно Шамилю. Хотя вот сейчас очень удобно отлепиться от соперника и просто бить сверху. Хорошо, мягко говоря. Да, есть большие проблемы, не пересаживается даже из этого положения в невероятные. Здесь, если не случится чего более ужасного для Будды. Работка, попытался что-то сделать Мартин. И вновь он показывает, в принципе, актив. Немножко еще потерпите колено. Ой-ой-ой-ой-ой. Повезло, да. Мартин. Основные эпизоды из первого раунда, как происходило избить попадание по голове, но, в общем, нули здесь абсолютно обоснованы. Глаз на предмет возможности продолжения. Дают шанс Мартину, но не абсолютно. Ну, просто повезло, что не попал плотно Шамиль Газиев куда-нибудь в... Хорошо, правый боковой продолжает теснить соперника Шамиль, но вот лишь бы не заигрался. Все прекрасно помнят бои Дерека Льюиса и Александра Волкова, например, да, когда просто трагично. Правильно, правильно Шамиль все делает, потому что голову, в принципе, достаточно плотно старается перекрывать, а вот тами или с ноги попробую. В общем, полный спектр. Отлично! Абсолютно верно все делать. Может быть, можно было даже и пораньше. Ну, Шамиль Газиев, как говорят наши... Великолепный дебют. Наверное, все-таки Будай соперник неплохой.
Но при этом... для Мартина состоялся очень немягкий выход, я так думаю, еще от души так зарядил Шамиль. Но опять же, да, соперник позволял с собой так обращаться. И рефери относительно вовремя среагировал, что Сухраб Магомедов говорит, что ты вообще меня не слышишь. Лучше. Да, то есть какие можно было предпринять шаги, чтобы поединок закончился еще быстрее? Ну, наверное, да. Главное. Да, ну и, конечно, радует манера, которая... по приходу в UFC, и самое главное, что он продолжит это делать и здесь. Поздравляем Шамиля, молодец.